сборной Марокко. Но не проходит даже минуты. И вот еще раз вратарь показывает, что мяч футбольный он не очень любит. И отскакивает прямо на голову игроку Эгену, Дану Эгену, норвежцу. И он забивает мяч в ворота. Это примерно 16-я минута матча. И на этом, вот сейчас мы повтор еще раз посмотрим, посмотрите на этот неуклюжий выход вратаря. Конечно, будь у Марокко вратарь...